Здравствуйте, уважаемые зрители! Просим оценить видео лайком и подпиской на канал. Бейте в колокол и выбирайте все уведомления. Трагедия в мире шоу-бизнеса России разыгралась в городе Санкт-Петербург буквально несколько минут назад. Любящий отец и дочь, два знаменитых артиста, актера России, в одно мгновение расстались с жизнью и ушли в мир иной. Герои нашего видео – отец, знаменитый российский актер и певец, и дочка, начинающая российская актриса. Во время пандемии коронавируса надо соблюдать самоизоляцию, это известно всем, но, к сожалению, дочка, видимо, забыла об этом, часто общалась с подругами, друзьями и принесла злую инфекцию домой. Сама-то она молодая и здоровая и перенесла коронавирусную инфекцию, как говорят, на ногах. А вот ее родителю стало очень худо. В семье начался шторм. Но я имею в виду шторм цитокиновый, то есть полное нарушение иммунной системы организма, когда человек подвержен любому заболеванию и может умереть даже от гриппа. В результате цитокинового шторма тяжелой коронавирусной инфекции заболел отец актрисы, да еще повторно заразил и свою дочь. Так и погибли они в один день в реанимации петербургской больницы. Отец и дочь, два любящих сердца. Буквально несколько минут назад стало известно, что из жизни ушел телеведущий, режиссер, сценарист, постановщик, актер и певец. Главный герой передачи «Суд присяжных» на НТВ – актер Валерий Степанов. Валерий Степанов умер от цитокинового шторма в возрасте 63 лет. По трагической случайности в этот же день от той же самой болезни скончалась его 31-летняя дочь.